Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию настоящие Аполлоны, четыре красивых и высоких актера российского кино. Вторая часть. Обаятельные, высокие актеры всегда пользовались особой востребованностью на главные роли романтичных любовников или отважных героев. Они отлично смотрятся как в кадре фильма, так и на сцене театра, особенно в паре с высокой и не менее симпатичной актрисой. Иван Колесников. Порой детям успешных и прославленных родителей бывает крайне и непросто выйти из тени и доказать свою самостоятельность и индивидуальность. Однако некоторым удается показать, что они не менее способны и талантливы. Именно к таким и относится Иван Колесников. Потрясающий актер, обладатель высокого роста, а именно 191 сантиметр, а также неповторимой актерской харизмой и талантом. Несмотря на свой достаточно молодой возраст, за его плечами уже множество весьма значимых проектов и огромная зрительская любовь. Фильмография Ивана насчитывает свыше полусотни различных ролей, среди которых такие особо популярные картины, как «Тобол», «Союз спасения», «Конец прекрасной эпохи» и многие другие. Иван уже много лет счастливо женат на одной единственной и воспитывает троих прекрасных дочерей. Тихон Жизневский. Потрясающий российский актер, который буквально завоевал зрительскую любовь своей яркой и харизматичной игрой, а также талантом. Тихон действительно многогранен и потрясающе справляется как с космическими, так и драматическими образами. А благодаря своей приятной внешности и высокому росту, а именно 191 сантиметр, этому актеру часто достаются роли сильных и отважных героев. За последнее время вышло сразу несколько успешных проектов с его участием, такие как «Майор Гром», «Чумной доктор», «Топи» и другие, где Жизневский исполнил основные роли. Кинобиография этого актера пока насчитывает около 10 проектов, так как Тихон больше внимания уделяет театру, где часто выступает в классических постановках или в авангардных спектаклях. Кирилл Дицевич. Молодой русско-белорусский актер Кирилл Дицевич, несмотря на свой возраст, уже довольно востребован и популярен, а также известен среди зрителей. Он снялся более чем в 30 проектах, благодаря своей яркой внешности, а также высокому росту – 193 сантиметра. Кирилла часто приглашают на главные роли в романтические картины, такие как «Все сокровища мира», «Запретная любовь», «Солнечный ноябрь», «Хороший парень» и многие другие. Поклонницы часто интересуются личной жизнью этого молодого и привлекательного актера. Как оказалось, Кирилл был в браке с актрисой Настасьей Самбурской, известной по сериалу «Универ». Но отношения эти оказались непродолжительными и вскоре брак распался. Последнее время из-за постоянных съемок актер перестал уделять внимание личной жизни. Да, по крайней мере, он говорит. Но надеемся, что он обязательно встретит ту самую и единственную. Кирилл Зайцев. Популярность и известность к обаятельному российскому актеру пришла далеко не сразу. Кириллу Зайцеву пришлось исполнить немало эпизодических и второстепенных ролей, прежде чем стать действительно востребованным и популярным актером. Благодаря своей яркой внешности и внушительному росту 194 см, Кирилла пригласили исполнить основную роль в спортивной драме «Движение вверх». Он сыграл легенду советского баскетбола. Кирилл буквально проснулся знаменитым, значительно увеличив свою армию поклонниц. Впоследствии актер закрепил свой успех с выходом еще нескольких фильмов, таких как «Коп», «Серебряные коньки», «Сашка, дневник солдата» и другие. А вот о личной жизни Кирилл предпочитает не распространяться, поэтому до сих пор неизвестно, кто владеет сердцем очаровательного голубоглазого блондина. Хочется пожелать всем этим замечательным актерам побольше новых интересных ролей. Пусть радуют своих любимых поклонников и поклонниц новыми образами и новыми ролями, конечно же, главными.
Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч, до новых роликов. Всем удачи и всем пока-пока.